Здоровенькие ребят, вы на канале Фордмаг. Ну что же, дрон-убийцы, третья серия. В переводе от наших замечательных киберкотов. Давайте уж посмотрим, что же будет происходить дальше, ибо давно уже не было серии. Хотя, в принципе, разрыв между первой и второй, конечно, был пожирнее. Ну что же, поехали! Ух, Cybercat. Текс. Ну, поехали. Пром 3071. Что это происходит? Так, пропали. Пропало из третьего аванпоста. Окей, так, и чужие... Оу. What the fuck? Не, ну, кстати, по-моему, качество анимации еще сильнее поднялось. Минимум, довольно-таки, не знаю, все стало плавнее и отражение лучше. Так, робот-тараканщики. Дол в оригинале говорит по-русски, в дубляже по-английски. А, миленько. Королева Бала. Мам, дед, I'm home. Миленько. Хороший в стране конкуренции. Что? Что вы такое? Да, через час пойду на бал с Брэдом. Прикинь, пойти на бал без пары. Ха, типа такой. Я не заслуживаю счастья. Да какая разница, черт подери. Идти, не идти. А, это было жутковато. Я здесь безумно бормочу! Не заходи ко мне в комнату! Личное пространство для очень тревожных механизмов не покрывается. Интересно, они изобразили подростковый такой вот моментик. Пубертат, я все понимаю, но... Хотя ладно. Когда, бы, говорится, порой дезлились на наших родаков, когда были такими. Неопциональной семейной службой поддержки. Ну прости, что размякла на целых 5 секунд! От тебя не дождешься поддержки. Хочешь помочь? Держись подальше. Я иду к Энн. А что это такое? Выпускное платье размера S. Тебе запрещено общаться с теми дронами-убийцами. А? Не волнуйся, я попросил твоего учителя найти одноклассников, с которыми ты пойдешь. А? Эй, Чудила, популярности готова? Я тоже там буду.
Ладно, все, понимаю, это пиздец. Да, я хочу выглядеть модно. Но нет! Ты поэтому заставила их искать. Нам нельзя контактировать с рабочими, Ви. Мы слишком опасны. В этом и суть. Придем туда модненькими. Фиолетовая лохушка нас спустит, ведь у нее нет друзей. Убьем там всех и оторвем ей головушку. Ты мне там не для резни нужна, Ви. Джей стала жуткой голограммой змеи, а мы, может, росли в доме с призраками. Тебя не пугает, что мы не знаем, кто мы такие? Обещай, что вы с Фиолетовой перестанете лезть, куда не нужно. Если ты меня... По-моему, отражения стали еще лучше, потому что во многих моментах очень все более детально выглядит. Не знаю насчет волос, но вот отражения реально стали лучше. Освободишь? Обещаю, мы будем убивать только для того, чтобы выжить. Лишь ты и я, Энн. Ну... спорненько. Ах, ты вообще тут убираешься? I put a sheet up. They are sleeping. Что ж, спасибо, что пригласили. Но раз папа думает, что я тут, я могу и... А ты забавная. Забавная ведь? Готовься уже. Ты будешь выглядеть очень мило. И смело. Вообще не крипово. Все хорошо. Bathroom is down the hall to the left. Ви, если ты что-то скрываешь, то давай разберемся вместе. Пускай у нас только кусочки пазла. Прошу, ты ведь знаешь. Так будет лучше. Можешь меня ненавидеть. Найс! Круто, вот так неожиданно просто, хорошо. Вы там чё, блядь, это, Тацуки Фудзимото, что ли, Дани, который просто легко так убивает персонажей, твою мать. Полегче, Робосатана, это зеркало не трогай. Отвечаю, никто и не заметит, что она пропала. Просто делай, что говорят, и я оставлю его в покое. До встречи. Какого хи... Ладно, пора бежать. Ран-ран. Вот, серьезно, что-то... Я сначала думал, что да, там будут жуткие моменты, и прям все будет, знаете, хорошенько нагнетаться. Знаете, что я заметил? А вообще создателям срать. Они прям нагнетают столько говна, устраивают столько, как говорится, ощущениями, ну, не знаю, какого-то желания убежать, что это уже даже становится, знаете, не то что смешным, а безумным. Реально безумным. То есть постоянно ощущение, что да нет, они не могут еще какого-то говна навернуть, чтобы персонажу было не по себе. Нет, нет, не могут. Могут. Могут, блять. Могут навернуть. О, нет, 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 нет! На это нет времени! Сейчас он вернется, оденется. Стильный Энн. As they like to say in America. Oops, I should have predicted that someone could try to escape out of ventilation shaft. Ну, я должен признать, акцент миленький. Даже несмотря на то, что ты ебанутая. Using discarded mirrors as stairs. Ха-ха-ха!
Энн? Оу. Стайлиш. Почему? Как? Кажется, там беда. Могу помочь. Но тебе, наверное, я противен. Нет, мне пригодилась бы твоя помощь. Если будешь рядом. Стильный дуэт. Блин, так приятно видеть ее такой небольшую перебенчивость, она с такой милой улыбочкой. Нет, серьезно, по-моему, графон действительно стал намного лучше, серьезно. Может быть, мне кажется, надо будет пересмотреть первую серию. Декорация не трогайте, вообще крышка. Бать, может, пойдешь домой? Бать, позориться. Буквально сгорел на работе, сука. Че ты горишь? Вот так, внимание, ботаны. Мы не планировали так торопиться, но раз все жюри таинственным образом исчезло, королева автоматически становится... Она... Нам всем конец! Полегче, моралисты. Ви мой друг. Она типа завязала с убийствами. Да все пучком. Ага, ты лучшая подруга. Как щеночек послушная. Королева Бала? Ил. Что ж, не будем таить обид. Иначе я скажу папе завалить вас всех на экзаменах. И ты от нас пересядешь, Ребекка. Ладно, я прощаю ее. Господи. Но она... Пипец. Больше цинизма, черт подери. Больше недовольства. Больше, блядь. В этой вселенной хоть кто-то, ладно, кроме там парочки персонажей, уважает друг друга. Поживее, неудачники. У тебя такое миленькое платье. Сайка, не доверю. Придется убить всех после. Это нечиславно, а очень даже. Что? А, мило. Нечиславно, а придется убить всех после. Это нечиславно, а очень даже злобно. Отпусти их, ты хитрая. Ничего не понимаю. Хотя ты знаешь, ты симпатичнее куколки. Беги, дура! Здрасте. Опачки, воспоминания. Anyway, you get it. Экшон, экшон. Экшон реально выглядит еще лучше. Что, блин, она делает? Я совсем не такое ожидал. Думаю, нам нужно... Рон! Узи, you would really side with the murder drones? I'm not the only who's lost family to them. Отвали! Тот, кто это начал, желает нашей битвы.
Пускай у меня все валится из рук, но мне надоело решать все в одиночку. Мы идем дальше либо вместе, либо никак. Cute. But I don't need your help. Так, все равно, не знаю, круто они вывернулись, блин, с тем, что это место русского, но говорит на английском. Хорош такой реверсик. У вас ни ассоциации нет с шаринганом? Кстати, реально шаринган? По факту очень похож на шаринган. Эррор. Опачки. А это... Моя! Фу, выглядишь как мусор. Ты предательница. Сама ведь утаила то, что пытаешься нас всех убить, мисс Невинность. И куда это вставляется? Спасибо, Лиззи! Заткнись, неудачник. Господи, ребята, выпейте, блядь, валерьянки или, там, не знаю, валерьяночного масла ради, блядь, бога. Господи. Ну конечно. Куда же без танцев, если это промо? Серьезно, не делай так больше. Узи. А, все, твоя очередь! Да, вот так, принц Перси. Принц Перси Мумс. Не, экшен реально стал куда круче. Вот серьезно, они прям в этой серии выложились по полной. Слегка помялась. В порядке, блядь, вот, сука. Мне порой кажется, они вообще забывают, что как бы они-то могут починиться, а вот им все. Несите, не знаю, цинковый гроб. Ви что-то скрывает, еще специально все драматизирует. Эй, захлопнись! Ты! Тебе повезло, что мы не закончили. Что же это? Блеск. Блять. Не, реально. Вот, опять же, я знаю, что я повторяюсь, но по уровню графики это очень хорошо сделано. Блять. Не позорься. Зачем рабочему дрону? Она их ела? Оу. Что там такое? Ну-ка. Миленько, вот блядь. Ее родители. Да, они на вкус так себе. Ви, ты ненормальная. Ага, у меня не все дома.
Есть теория, что когда Доу ела масло дронов, она становилась сильнее. Just in time for dinner. А, ну как раз не под конец серии. I'm sorry. For you. If I find what I'm looking for, I help you too. Что? I'm sorry. Стой! Даже не думай! Бесит! Оу, вот и моя причина, по которой я сейчас на улице. Ну, а чё? Здрасте, приехали, чё за... Отряд, что ли? Тесты, Certified Technician. Оу. Как же много у нас работы. Да, Джей? По техобслуживанию. Бля, события, конечно, пиздец разворачиваются, мое почтение. Отлично. Ну что, ребята, вот такая вот третья серия, и вау. Реально, галопом по Европам. Происходит просто черти что, это... И плюс еще, да, первый человек, так понимаю, в дронах... Ёбушки-воробушки. Хотя, наверное, лицо показывать не буду, чтобы особо не заморачиваться сильно с рендером, но поживем, увидим. Однако экшен поставлен отлично, уровень графики пока что реально довольно-таки хорош, на высоте. В целом, постоянное чувство какое-то, я не знаю, вот первая половина реально какое-то чувство тревоги постоянно, даже в моментах, вот, которых ты вроде особо не ожидаешь. Это круто, реально получилось очень даже круто. Что же, на этом все. Спасибо за перевод, перевод, кстати, очень хорошо сделан. Киберкоты, старайтесь и дальше, как говорится, продолжайте нас одаривать такой же годнотой. Обязательно поддержите как авторов оригинала, так и перевода. Респект и лайк. Ну и спокойной ночи, дружки-пирожки.